Меня зовут отец Иаэль Насиф. Я священник и служу в православном храме Святого Димитрия в Бейруте. Я ушел из церкви вместе с детьми за 12 минут до взрыва. Итак, я добрался до дома, оставил там детей и вернулся в храм, чтобы проверить, что случилось. Когда я пришел в храм, я был шокирован. Вы можете видеть на видео, как интерьер церкви был разрушен. Но когда я вошел в алтарь, я был удивлен. Алтарь остался нетронутым. Вы можете видеть фото и видео. Святая чаша осталась нетронута. Также и Священное Писание. Вы можете видеть лампаду, она даже не сдвинулась. Так же, как и мощи святых и богослужебные принадлежности. И даже стекло не разбилось. Вы можете назвать меня наивным, но я осознал, что это невероятно. Я ощутил это как послание от Бога, говорящего: «Я буду с вами, я буду на вашей стороне». Знаете, во время кризиса мы ищем знамение, ищем свет во тьме, и я почувствовал, что это знамение. Мы нуждаемся в молитвах. Не только эта церковь, но каждый гражданин Ливана. Please pray for us.